На данный момент у нас плата подключена к источнику питания. Сейчас мы ее сбросим, и она начнет мигать светодиодами по часовой стрелке. Как видно, плата ни на что не реагирует. После того, как мы однократно нажмем клавишу, она начинает реагировать на перемещение. Причем расчет ведется с помощью акселерометра. Это вот маленький прямоугольник в центре, дабы не было темно. Включим подсветку, то есть она реагирует, перемещая по очередности диоды. В зависимости от направления. То есть в соответствии с этим у нас перемещается. Попробуем сделать по-другому. Вызовем консоль. И в консоли вызовем утилиту прошивки. После чего программа замигает и загорится зеленым. То есть отладчик программа перестал режим отладки. После этого можем завершить платку и извлечь разъем прошивки питания платы. На этом все.